хорошо пробовать разные фрукты. Сегодня у нас слива. Он уже поплакивает немножко, уже хочет. Видит, что я разогреваю, уже очень хочет. Их можно подавать не разогретыми, но я все равно разогреваю хотя бы до 27-30 градусов, чтобы потеплее. Я только что досмотрела первую серию продолжения «Секса в большом городе». И у меня пропало все настроение. Кто смотрел уже? Все, мы уже уходим из ресторана. Одеваюсь, крашу губы, чтобы не обветрились. На улице весьма холодно. Какой-то немецкий фильм или сериал снимаю. То есть немецкая типа полиция, и вон куча немецких полицейских, и немецкая скорая. Но мы в Праге. Уже вниз. Вот, веган-ресторан написано. Офигенный веганский ресторан. Очень красивый, очень вкусный. Подают национальную чешскую кухню только в веганском проведении. Крови это нет, наверное, чешское слово. Я его как-то адаптировала так. В веганском, как это сказать, по-русски не знаю. Адаптация веганская, наверное, не так грамотно сказать.
выращивает ягодки. Минус один. Мы вышли гулять. Сейчас попытаемся, наверное, дойти до Тучинского холма. Подтаял снег. Мы хотели снег, но снега не особо. Что, мы опять пришли на субботний традиционный рынок на Наблах. Я уже показывала вам его. И сегодня вот эта точка меня привлекла очень сильно. Рождественские декорации. Очень красиво. Красоль,